Добрый вечер всем, кто присоединился к нам только что. В эфире телекомпании «Город» программа «Подробности». А в студии сегодня Николай Матросов. И говорить будем о ближайших музыкальных событиях, которые состоятся в кафе «Фонтан». Добрый вечер еще Добрый раз. Добрый вечер. Давайте начнем с ближайших. Вот сегодня уже говорим о такой группе с необычным названием «Аудиогрибы». Может быть, кто-то не слышал еще, но те, кто знает, будет приятно удивлен какими-то интересными для себя открытиями из нашей беседы. Спасибо за этот вопрос и этот интерес. Потрясающе. Коллектив, вот уникальный, без всяких кавычек и без всякой натяжки. Многие рязанцы знают такого вокалиста Николая Масальского. Те, кто постоянно ходит в «Фонтан», все знают, 100%. Совершенно потрясающий виртуозный импровизатор, который может из какой-то совершенно банальной мелодии вытащить такой спектр, такую радугу различных музыкальных оттенков, что просто волосы встают дыбом и глаза лезут на лоб. Как это вообще возможно? Такие артисты встречаются крайне редко, тем более те, кто умеет импровизировать. И вот проект «Аудиогрибы» — это, можно так образно выразиться, сразу четыре Николая Масальских. То есть это еще три музыканта, кроме него, которые обладают такими же талантами, ну, фактически, как и Николай. И если он у нас бывает сравнительно часто, ну, раз в полгода в «Фонтан» точно приезжает, то вот «Аудиогрибы» были у нас, если я не ошибаюсь, один или два раза всего, и последний раз уже больше 2 лет назад. То есть это событие такое? Уникальное событие, потому что то, что творят ребята на сцене, это просто, ну, ни с чем нельзя сравнить. Я, конечно, могу сказать какие-то регалии или какие-то, допустим, что один из участников «Аудиогрибов» Александр Радовский, гитарист, участник Comedy Club, проекта там «Убойный вечер», вот, но... На все руки. На все руки, да. Конечно, это говорит об уровне, о каких-то способностях, но, или, допустим, Борис Голик, второй вокалист, вот они вдвоем поют там, а еще Александр Радовский играет на гитаре и Дмитрий Толпегов на тромбоне. Вот такой состав интересный. И вот этот Борис Голик, это тоже там, участник Оливье Шоу на Первом канале, участник Минуты Славы, то есть вот можно об этом говорить. Но на самом деле это, конечно, не передаст того, что они творят на сцене, потому что это вот четыре таких хулигана в хорошем смысле собираются вместе и так жонглируют мелодиями, вот они так это виртуозно делают, то есть, понимаете, это просто другая, вот 2 часа другой жизни. Ты просто проживаешь совершенно другую жизнь вместе с ребятами, которые находятся на сцене, которые втягивают в тебя в это, не отпускают все это время, потому что отпустить это состояние просто невозможно. А зрители и слушатели уже готовятся? Уже есть какой-то ажиотаж среди них, чтобы бронировали столики, заказывали, конечно, какие-то места? Конечно, конечно, есть. Сейчас на данный момент у нас половина зала забронирована, но вот половина зала еще свободна, поэтому есть еще пока возможность успеть. Вот как раз фирменная среда – это тогда, когда воздух в кафе «Фонтан» наполняется положительными джазовыми вибрациями. Неважно от того, играет этот джаз или какой-то музыка другого жанра. Ну вот летом есть медовый спас, есть яблочный спас, но любители и ценители музыки знают, что еще есть джазовый спас. Что это такое? Это джазовый спас – это наш традиционный джем-сейшн, который проходит в последнюю среду лета. Вот в этом году она выпадает на 26 августа. Ну, что такое джем-сейшн, во-первых? Да? Это тогда, когда собираются музыканты из разных коллективов, которые не играют постоянно вместе, да? То есть которые встречаются, может быть, один раз в год вот на этом самом джем-сейшне.
и творят вместе. То есть кто-то задает какую-то тему, ну, как правило, это известные джазовые стандарты, вечно зеленые мелодии, так называемые, таких композиторов, там, как Дюк Эллингтон, например, да, или Джон Колтрейн, то есть такие монстры джаза, которые все знают. И с этими мелодиями импровизируют, вот передают их друг другу, там, да, как-то тему развивают, другой подхватывает, передает ее следующему и так далее. Это такое совместное творчество, вообще это такая вот самая суть джаза, когда она абсолютная свобода, когда ты делаешь, что хочешь, но при этом ты должен быть настолько профессионален, чтобы творить не только одному на сцене, да, а тонко чувствовать своих товарищей, которые с тобой на сцене вместе находятся, подхватывать те сигналы, которые они дают, перерабатывать их, да, и в свою очередь передавать дальше. Далеко не все музыканты на это способны. И те, кто участвует в джемах, конечно, это люди, которые обладают определенной творческой смелостью, во-первых, не боятся, ну, попасть в просак, что называется, да, и те, которые хотят и обладают большим желанием расти профессионально. И, конечно, зрители, когда вот это все это происходит, на их глазах получают неимоверное наслаждение. А почему джазовый спас? Потому что конец лета, как правило, гастрольное время для музыкантов. Все уезжают, кто на юг, там, да, на курорты и там выступают. Кто-то еще на какие-то гастроли. Вот, например, это лето для группы «Feelings», нашей как бы, такой основной, да, джазовой группы, было очень насыщенным. Они много гастролировали и, в числе прочего, выступали на фестивале «Акваджаз» в Сочи. Большой фестиваль федерального уровня. С огромным успехом там выступили, надо сказать. Вот, сорвали аплодисменты, очень много положительных отзывов. И вот после всего этого, да, музыканты приезжают в свой родной город, к своим родным зрителям. И, соответственно, с какими-то наработками, с новыми впечатлениями. Ведь в музыке даже больше важно в джазе. Даже больше важно впечатление, которое ты получил. Как вы думаете, Николай, джаз – это все-таки любовь с первого взгляда? Или это нужно распробовать, как какое-то блюдо редкое, как трюфель? По-разному бывает. Вот для меня это был скорее второй вариант, вот по моему личному опыту. То есть я его распробовал достаточно долго. А бывают люди, которые, я знаю таких людей, которые услышали джаз один раз. И ничего другого нет. И все. И для, да, и ничего другого для них нет. 30 сентября будет еще один интересный концерт. Давайте о нем расскажем. 30 сентября, да, совершенно верно. К нам приедет Сергей Летов. Фамилия известная, и действительно это брат, родной брат Егора Летова, лидера группы «Гражданская оборона». Известный джазовый саксофонист. Вот, очень хорошо. Он, конечно, и с братом играл в каких-то проектах, но его основное призвание – это джаз. И вот он очень хорошо известен в джазовой среде как саксофонист с очень своим таким подходом, со своим взглядом, с, ну, как это называется? Своё видение какое-то. Со своим видением, да, совершенно верно. И в Рязани он будет впервые. Конечно, он очень участник многих там, фестивалей, проектов, очень высокого уровня. Вообще в Рязани охотно едут музыканты? Да, да, вы знаете, да. Дело в том, что наш кафе «Фонтан», вот благодаря усилиям Геннадия Филина, который, собственно, ну, творческий отец этого кафе, и благодаря его связям в джазовой среде, он привлекает в Рязань многих известных очень музыкантов. И вот за много лет существования кафе «Фонтан», собственно, 13 лет уже существует кафе «Фонтан», вот как раз в августе, в июле исполнилось 13 лет. Это же серьезный срок. И, соответственно, в российской джазовой, и не только в российской даже, джазовой среде она уже очень хорошо известна. И музыканты его знают и с удовольствием откликаются, когда мы их зовем. Давайте напоследок еще раз напомним телезрителям, в какие числа лучше ничего не назначать на вечера. Ну, в среды. Как каждая среда, вечер в летнее время сейчас, в 19 часов у нас начинаются концерты. Я хочу еще раз напомнить, что вот 19 августа, ближайшая среда, это группа «Аудио Грибы». Ну, если вы пропустите этот концерт, я очень вам не позавидую.
завидую. Вот, правда. Мы сегодня кусочек покажем обязательно, чтобы, я думаю, было что увидеть. Да, да, это надо видеть обязательно. Да, совершенно верно. Бронируйте места, потому что можно не успеть банально. Спасибо. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами и до новой встречи в эфире.